Что вы там ковыряетесь? Да идем уже! О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него сам спроси. Знает. У я меня? Знаю. У тебя это надо. Ты знаешь. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил. Неужели вы с братом не можете помириться? Наверняка все можно исправить. Вы же семья. Вот только не надо меня лечить. Уж я-то знаю, что значит семья. То, что мы делали, наше оружие, было легендарным. Его знали во всех 9 мирах столько лет, что я и сосчитать не могу. Разве можно такое перечеркнуть из одной паршивой? Паршивой чего? Да ничего. Слушай, тебе случайно никуда не надо? Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно.
если я бог? Наверняка могу летать. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Мимир, ты вроде как знаешь Брок и Синдри. А, братья Хульдры, кто ж их не знает. Они всем известны. То есть печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тора. Самое страшное оружие асов. Проклятие великанов. Они сделали молот Тора? Я думал, они против асов. Ну, сейчас-то да. Но это было давно. Они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я так считаю. Эти твои клинки дома, под полом, где я прятался. Поэтому ты меня туда не пускал. Откуда они взялись? Они мое бремя из прошлой жизни. Ну, теперь это и мое дело. Я хочу знать, как все было. Это уже в прошлом. Вспоминать ни к чему. Как правда может быть ненужным? Когда-нибудь ты поймешь. Ну, поверю на слово. До встречи! Береги себя. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Труман! Труман!
Я осмотрюсь. Сюда. О, я это знаю. Это Виндер. Ветер. Наверное, это слово для чаши с песком. Рисуй. Да. Виндер. Посмотри.
назвал Брока и Синдри? Братья Хультры? Ага. Но они же гномы, да? Да. А Хультры – духи леса. Да, красивые соблазнительные духи леса. И почему ты назвал Брока и Синдри Хультрами? Я вот сейчас понял, что это неподходящая история для невинных детских ушей. Ну и ладно. Почему Тюр чувствовал свою вину за то, что Один сделал с великанами? Однажды, вскоре после создания Мьёльнира, Тюр устроил дипломатическую встречу Одина и королей великанов. Долгая война только началась, многие верили в победу, а йотуны могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Тюр надеялся убедить все стороны, что мир выгоден всем. Он знал, что великанов очень беспокоит молот, великое оружие в ненадежных руках, но они верили Тюру. Тюр всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привел короля воронов в Йотунхейм. Дальше события развивались стремительно. Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание – завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла, в Мидгарде больше не найти великанов, и с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм. Как он его съел? Хочешь здесь высадиться? Сзади стреляю!
Сын. Кошмары! Карта сокровищ!
сын. Здесь еще один. Это Трим, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага. На время. И почти всех убивает Тор. Представь себе. Теперь я могу прочесть. Но это имя. Кара. Ого, это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Мимир, а расскажи о великане, который украл молот Тора. С радостью, парень. Это история и о твоей подруге Фрейе, хотя вряд ли ей нравится, когда ей об этом напоминают. Великана звали Трим. И он был достаточно хитер, чтобы украсть Мьёльнир, пока его хозяин спал. Но, увы, Трим не всегда думал головой. Он умудрился украсть у главного врага великанов его сильнейшее оружие, а потом предложил асам вернуть молот в обмен на свадьбу с Фрей. На тот момент Фрейя была супругой Одина, и тот был готов обменять ее хоть на чашу крепкого меда. А тут ему в руки шел такой шанс. Дворец Трима находился в Йотунхейме, и только великаны знали туда дорогу. Согласившись отдать Фрейю, асы должны были проводить ее в дом будущего мужа. И Один заставил Фрейю спрятать Тора с помощью магии, чтобы он проник в Йотунхейм вместе с родней невесты. Когда в качестве свадебного дара вынесли молот, Тор раскрыл себя. Он схватил Мьёльнир и сразу размозжил голову Триму, а за ним всем остальным великанам на празднике. Остановить его смогла лишь Фрейя, которой претила эта бойня. Она произнесла заклинание, которое выбросило их с Тором из Йотунхейма навсегда. Один был в ярости. Он-то надеялся, что Тор захватит для него Йотунхейм. И он до сих пор мечтает отомстить Фрейе. А в чем суть истории?
Ну, для Трима это был урок. Правильно расставляй приоритеты. Урок для Фреи – за добро приходится платить. Урок для Тора – не оружие делает тебя тем, кто ты есть. А уж если ты главный кровожадный урод во всех 9 мирах, этого у тебя никто не отнимет. Ну вы посмотрите, кто пришел. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит! Это Андвари! Ха! Я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку? На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте.
Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Андвари говорит, тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Кого волнуют печали кольца? Он говорит не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Заткни ты это кольцо. А как заткнуть? Приготовься!
пойди сюда. Слушаюсь. Еще одна карта сокровищ. И, бродяга, приготовься. Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Приготовься! Я готов!
мастерская вон там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу. Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Сын, сюда. Слушаюсь. Кто это написал? Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Оставим себе. Мы поговорим с Синим. Вот, молот твоего алхимика, а дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давайте сюда, я его расскажу.